По данным Росстата, объем сельхозпроизводства в Уральском федеральном округе по итогам 2022 года вырос практически на 17% по сравнению с 2021 и составил 481 миллиард рублей. Продукция растениеводства заняла в общем объеме 49%, животноводство – 51%. Более 60% продукции сельского хозяйства произведено в сельскохозяйственных организациях, 25% – в хозяйствах населения, остальное – в крестьянско-фермерских и индивидуальными предпринимателями. Позитивную динамику продемонстрировало растениеводство, где урожай ряда агрокультур стал рекордным. Индекс производства продукции растениеводства по итогам года составил 142% к 2021 году. Валовый сбор зерновых и зернобобовых вырос на 90%, овощей на 5%, картофеля на 3%. По продукции животноводства индекс составил 99%. Снизилось на 13% производство яиц, а производство молока, скота и птицы осталось на прежнем уровне.